Коротко о некоторых мероприятиях и событиях в ведомстве. В Адыгее сотрудники УВМ МВД провели рабочую встречу со специалистами многофункционального центра. На повестке дня рассматривались вопросы, касающиеся порядка приема и обработки документов, по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Особое внимание работников МФЦ представитель МВД обратила на качество проверки подлинности предоставляемых гражданами регистрационных документов. В Адыгее полицейские в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели беседу со студентами Дундуковского сельскохозяйственного техникума. Главная тема встречи – недопущение распространения наркомании среди молодежи, профилактика употребления сильнодействующих веществ. МВД по Адыгее напоминает гражданам о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов. Если бесхозный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания. Не вскрывайте и не передвигайте находку. Постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь, а в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую территорию. МВД ведет собственный канал в Telegram. Все новости сопровождаются фото, видео или аудиоматериалами. Кроме того, министерство намерено уделить должное внимание и обратной связи. Для того, чтобы подписаться к телеграм-каналу МВД по Адыгее, необходимо в поисковике приложения набрать МВД по Республике Адыгея, либо просканировать QR-код, который сейчас вы видите на своих экранах, наведя на него камеру вашего телефона.